канун Нового года руководитель управления ЗАГС Воронежской области Марина Севергина на пресс-конференции в областном доме журналистов привела любопытные данные статистики. В Воронежской области за 11 месяцев зарегистрировано 14 943 актовые записи о браке, 9 306 о расторжении брака, 18 360 о рождении и 30 тысяч актовые записи о смерти. Давайте об этих актовых записях поговорим. Сразу возникает вопрос, да, почему опять у нас больше половины расторжений брака? Опять очередной раз повторяю, цифра накопительная. Если мы даем 14 тысяч актовых записей о браке, то это ровно те люди, которые ровно в 2019 году пришли и зарегистрировали свой брак. А если мы даем 9 тысяч расторжений брака, то это пришли на расторжение брака люди, которые в этом году зарегистрировали брак, в прошлом, 20 лет, 25 лет назад. То есть это сборная цифра. Это не значит, что мы зарегистрировали 14, а 9 из них распалось. Может быть, 9 тысяч актовых записей о расторжении брака – это и не оптимистическая цифра. Но мы с вами должны все-таки разъяснять, что это не значит, что люди зашли в ЗАГС и тут же развелись. Да? Так, про мальчиков-девочек. Недавно мне задали вопрос, как меняется рождение мальчиков и девочек по годам. И попросили дать такую статистику. В каком году родилось больше мальчиков и больше девочек? Вот я вам официально заявляю. Природа наша такова, что она гораздо мудрее нас. И всегда мальчиков рождается немножко больше, чем девочек. Вот всегда. И ежегодно мальчиков у нас родилось 9558 и 8802 девочки. Так что, девочки, у нас всегда есть возможность выйти замуж. Да, еще и выбор есть. И, конечно, мы должны понимать, что коли так природа вот устроила, что мальчиков у нас больше рождается, это тоже потому, что они слабенькие. Поэтому их надо беречь. И вот это серьезно, это я так шучу, конечно, но на самом деле это серьезно так. Поэтому жизнеустойчивость новорожденных мальчиков всегда чуть-чуть меньше. Давайте посмотрим, какие же у нас детишки родились. Значит, 7900 – это прямо первые дети. Мы им очень рады. Очень рады. Больше всего на свете мы рады первым детям. И не потому, что мы не любим вторых и третьих. Просто вторые и третьи дети никогда не смогут родиться, если не будет первого. Поэтому это начало. Начал. Первый ребенок появился. У нас есть надежда, что будет второй, третий, четвертый, может быть. Вторые дети – 7027 малышей. И третьи дети – 2327. С особым нетерпением журналисты, как всегда, ждут информацию по самым популярным именам у новорожденных малышей. Самыми популярными именами остаются по-прежнему, я бы сказала, такие традиционные русские имена. Артем, Александр, Иван, Дмитрий, Матвей, Максим, Михаил, Кирилл, Егор, Никита. У девочек тоже нету никакого поворота куда-то на западные имена. Тоже наши родные, любимые имена. София, Мария, Анастасия, Виктория, Анна, Вероника, Полина, Дарья, Варвара, ну, может быть, Алиса. Имя Артем остается фаворитом у воронежцев 10 лет. 10 лет Артем первый. Так что в школу, когда поведете детей, через уже все, они пошли Артема, полкласса может быть Артемов. А к редким и необычным именам я бы их не отнесла, эти имена, которые я вам сейчас произнесу. Я бы сказала, что это относится не столько к редким и необычным именам, сколько это относится к миграционным процессам, которые происходят в нашей стране. А поскольку они активные миграционные процессы, то мы уже можем видеть таких детей, которых называют Ахмед, Зухра, Хадижа,
Ислам, Мухаммад, Оливия, не знаю, к чему ее отнести, Оливию, как-то она и к мусульманскому имени не подходит. А вот Лукерья – это действительно редкое имя. И Демьян с Митрофаном. Хотя Митрофан, вы же все знаете, да, что Митрофан – традиционно воронежское имя. И вот теперь у нас есть надежда, что у нас появятся мальчики-митрофаны, потому что такого количества отчеств Митрофановна, сколько в Воронежской области, вряд ли где-то есть. Но если у старшего поколения, вот, допустим, даже у моего поколения, тем, кому за 50, очень часто встречается отчество Митрофановна. А если кто еще и старше, 70-80, это было очень популярное среди воронежцев имя мужское. Ну, редкими становятся тоже, раньше популярные были имена, сейчас становятся они редкими. Галина, Валентина, Любовь, Валерий, Анатолий, Петр. Хотя мне кажется, что совершенно прекрасные имена. Чаще детей стали называть такими именами, как Кира, Лев, Константин, Захар. Напомним, что в итоговые цифры за 2019 год еще войдут данные декабря. Но в целом вряд ли изменятся первые пятерки популярных имен как у мальчиков, так и у девочек.